Всем привет! Мы едем в наше новое путешествие. И будем жить в очень интересном месте. Направляемся мы в сторону Английской ривьеры. Корнуолл называется. Это пляжи всякие красивые, скалы. Да, вот смотрите, какой необычный рельеф какой. Со склонами. И хайкинг, все можно. Но мы едем не на пляж, не к морю. Мы едем в Дорсет. И будем жить в очень необычном месте. Большом, красивом, с двумя спальнями, даже с полноценной ванной. Да. Пишите в комментариях, что можно поснимать в этом домике. Очень интересно. Мы едем. Ехать нам где-то 3,5 часа. Естественно, будет много остановок, и мы это все будем вам показывать. Ага. Когда следующая остановка? Ну, сейчас. Уже? Наверное. Эу. Нет. В зеленом тоннеле. Дикие места. Где нету заправки, черные где лошади. Можно немножко остановиться. Там было целое стадо черных лошадей. Реально? Да. Класс. Слушай. Лисичка, куры. Куры догоняют лису? Вот так вот выглядит провинция английская. Нет, другая провинция. Countryside. Нет, нет, тут барашки и коровы. Мне кажется, там даже лошадки и свинки. Может быть, зайчики. И трактор. Вау. Зелёный. Смотри, какие колеса. Короче, мы в конкретном где-то селе. Комбайны, трактора тут мимо нас едут. Зелёный. Нам пришлось остановиться, чтобы пропустить комбайн. Дороги такие узкие местами, что капец. Fox and Hounds Country Hotel. Так тут не только домик на дерево, тут целый отель. А-а-а. Да. Тука. О, наконец-то мы куда-то приехали. Нас вообще сегодня думают в дом пустить? Yes. Папа! Да. Можно уже зайти? Да, сейчас. Идем! Нет, я первая. Я первый. Мне долго тут все показывали, рассказывали, но я еще такого крутого домика на дереве не видел. Вы посмотрите вообще-то на это дерево. Вот я 2 метра ростом, да? Вот. Считайте, я 2 метра. И как? Красиво. Дерево, не знаю, в 2 раза больше. То есть оно огроменное, просто стоящее мощное дерево. И такого крутого именно домика вы еще не видели. Да, да, идем. Дом просто шикарный. Вот сейчас сами все увидите. Я не ожидал, что все это возможно на дереве, реально на дереве. Потому что мы смотрели другие объявления, там типа на дереве, метр от земли. Тут смотрите. Высота какая. Итак, не спешите заходить. Давай пропустим маму. Это деревья, то есть ветки нашего дерева. Тут 2 этажа. Прошу, мама. Тут сердечки. Стой, мы такое делали в первый год в школе у нас. Итак, здесь 2 этажа. Здесь гостиная. И что такое этот хозяин такой показывал нам, говорит, ну, сори, не сильно комфортная креселка. Вон есть еще одно. Телевизор, говорит, тоже, но смотрите сюда, какой вид. А? Ишан будет тут сидеть. Можно сидеть вечерами здесь и наслаждаться видом на озеро. Там утки плавают. Класс. Боже, оно так скрипит все. 2 места здесь, а еще есть 4 места здесь. Мне страшно. Посмотрите. Страшно. Вау, попробуйте сдвинуть эти стулья. Попробуй. А оно провалится? Ты видела ствол этого дерева? Там оно удержит еще. Грелку нам включил. Говорит, если вам жарко вдруг, ничего, что на улице 31. Но это если, говорит, вечером будете сидеть, захотите теплоты, вот, пожалуйста. Недостаточно стулья. 4, нам хватит. А рум-тур? Рум-тур. Это же все рум-тур, это все наш дом. Это внизу, вот там, где вы сидели, это наша личная лаунж-зона. Мы можем там сидеть тоже, смотреть, считать уток и отдыхать. Это все весь наш двор. Идем смотреть, еще не второй, еще есть кухня тут. Кстати, Макс не успел поесть, и хорошо. А что? Идем со мной. Потому что здесь есть кухня, а на кухне нам приготовили... Хлеб. Нам приготовили хлеб, мармелад. Тебе разбери, малинка или оранжевый? Вот, пожалуйста. Или нутелла. Вот, можешь делать себе... Это кофе. Можешь делать себе вот сэндвичи. И приятного аппетита. А давай мы немножко, ты потерпишь еще, и мы пойдем покажем весь дом, а потом вернешься и будешь есть свои сэндвичи. Даже тостер есть. Ты можешь забахать себе тостер. Тостер!
А, давай так, ставим тост, и пускай они жарятся, а мы пошли искать, показывать весь номер, давай? Ну тут так много мух, правда. Ну мы же почти в деревне. Тут еще. У-у-у. Ночью ходить. Это кладовка, там нечего показывать. Это какие-то правила, неважно. Ставь фонарик, пошли на второй этаж. У вас шикарная спальня. Сейчас будет драка, кто на какой кровати будет спать. Давай. Нет, я там. Я тут. Я там. Тут лохмай. Смотрите. Нам дали подарки, да? Макс, ты хотел лохмася? Посмотрите на вот это. Каждому ребенку подарили лохмася, только не простого. А я так понимаю, это с логотипом нашего отеля, типа, да? Да. Возьми камеру и высоко-высоко покажи, чтобы было видно, как комната выглядит. Я не могу. А, так может ультраширик надо? Давай. Ультраширик это минус. Вот так, да. Тут лохмась. Нет, тут. Два лохматых медведя вам подарили. Вы помещаете... Полотенце. Кстати, как в крутых отелях, хорошие полотенечки, прикольные, свеженькие. Тут связанное полотенечко. Это покрывалка, одеялка. Я тут. И есть еще один, вот если кто-то не захочет спать. Это чурмаё. Вот такой вот, как это называется? Бинбэк чейр. Вот кому не спится... Сюда. Там живет пылесос. Только меня не наступай, если ты первая просто. Розетки? Нормально. Вот тут заряжаются ваши гаджеты. Ага. Такая кровать, вот мне очень нравится, действительно. Он мне все показывает, такой, ой, сори, что у нас там что-то не так. Говорю, так у вас тут все шикарно. А, подождите, я черт тут. Это Катя обычно спит в непонятных местах. Тут этот был бинбэк чейр. Это реально место для зарядки планшетов. Стой! Идем покажем свою комнату. О, подождите меня! Тут 3 этажа! Прикинь, 3 этажа в домике на дереве. А вам тут особо нечего делать, потому что это взрослая спальня. Даже какое крутое зеркало. What? Учитывайте, что это все в домике на дереве. Да, тут честно, наша честно, кладовка. Честно, у нас лучше спальня. Душ настоящий, да? Настоящий душ и ванная. Кровать, посмотрите. Ничего. Он мне когда показывал, я думал, что я не помещусь. Я реально помещаюсь, даже еще и место остается. Тут тигровый фен. Это очень прям, ну знаю, я не знаю. Вот мы любим такие всякие вещи. Найдем ли мы что-то удобнее и комфортнее на дереве, я не знаю. Салфетки. И последняя комната. Дерево тоже, смотри, зеркало с деревянным подоконником. Смотрите, у нас тут живут птички. Кто там у нас живет? Ух ты! Птички. Там птички могут жить. И старинные вот эти ветки дерева. В любом окне видно ветки нашего дерева. Да. Там одна ветка, туда уходит другая. О, тут еще птички, смотрите. Да, и мы как птички будем жить здесь. Итак, последняя комната. Это та-дам! Катя, ты тут спишь. Не забывайте, где мы. Мы метров 5 или 6 от земли. Очень высоко, реально. Капец высоко. Пап, ну, это 5,6 метров. 5,6. Ну, 5-6. Может, 7, да, это намного меньше. Даже мне больше. И шикарная, настоящая ванная в домике на дереве. Не забывайте, где мы находимся. Мы на дереве. Так что, Макс, давай, иди делай свои тосты, наслаждайся. Отдыхай. Я иду. А ты идешь в душ? Вот Катя может здесь пожить. Я иду валяться с лохмасем. Как называется в деревне шампуни? Прочитай, я не могу достать. Коушед. Это типа сарай для коровы. Ну, где корова живет? В каком? Стой. Ну, короче, домик для коровы. Вот называется наша шампуни. Что? Вы это видели? Что там? Смотрите! Если честно, у меня... Пока! У детей свои двери? Я заметил реальный недостаток этого дома. Знаете, что здесь реально не хватает? Я не скажу, что это очень плохо, потому что все-таки же домик на дереве. У нас один туалет. И дети ночью будут бегать к нам через нашу спальню, чтобы сходить в туалет. У меня честно, самая лучшая кровать. Ну, или сказал хозяин, можно прям с балкона. Но лучше в туалет. Так он и сказал, да. Катя! Вы же прям в кровать, что тут уже? Не, в кровать не надо. А с балкона что? Это романтика. Телевизор. Во.
Это не телевизор, это обогреватель. А как это романтично писать из балкона? С высоты 5-6 метров. Слушайте, если бы у нас было трое детей, мы бы еще и третьему место нашли. Четыре? Но тут есть, пожалуйста, в карты мы любим играть перед сном. Ой. У дурачка. Шахматы вот для любителей. Вау. Да? Это что? Это шахматная. А, вот это шахматная доска. А это какие-то еще пираты Карибского моря. DVD TV Games. Ну, короче, мы отдыхаем немножко и идем на ужин в местный ресторан. Чем кормят здесь, как мы говорим, in the middle of nowhere, то есть посреди ничего, нигде. Вот мы вам покажем тоже. Yes. А вечером мы можем сидеть и наслаждаться настоящим огнем из настоящего камина. Это же fire hazard. Пожалуйста, папа, вот даже осталось только спичку бросить. Папа, это fire hazard. Все это из дерева. А как раньше в деревянных домах люди жили и печкой топили? Все, идем за вещами. А вы посмотрите, эта терраса идет отсюда, проходит с этой стороны и аж... А, только здесь нет прохода такого удобного, есть вот такой проход. Wow. Все, я вниз, я за машину за вещами. Пока. Можно сесть тут? Присесть. Макс не может дождаться. И для самых голодных вообще не знаю, зачем нам вечером ресторан. Молоко, хлеб, варенье. И можно не ужинать. И зачем молоко? Макс, давай ты не пойдешь в ресторан. Хлеб, молоко, варенье. Нет? Или и то, и ресторан? И то. Тут уже есть laundry detergent. Ну, это неинтересно. Вот здесь, где вкусно, там интересно. Куки-бокс. Куки. Тут шоколадки и чай. Это хоть чокнуть можно делать. Вот, я понял, зачем молоко. Греешь молоко, засыпаешь вот это и получаешь хоть чоклад. Идем покажем снаружи, как выглядит наш домик. Yes. Тут мосс. Мох. Мосс – это мох. Да. Это шикарнейшее. Посмотрите на это. Вот все три яруса и видны. Вот внизу тут гостиная, кухня. Чуть выше, не знаю. Еще на третьем этаже живем мы с мамой. А может, это ваша спальня? Я вот не помню, что круглая? Кухня? Круглая не наша спальня. Это наша спальня. Это наша. Целый особняк на высоте. Идем за вещами и в ресторан. Время ужина, но мы сейчас посмотрим в какой-то туннель. Я про него пока что не слышала. Только что услышала. Он прям там. Какой-то туннель? Интересно, давай посмотрим. Да? Ага. Он, это вот этот? Давай посмотрим, что у нас тут есть. Сюда. Мы посмотрели, что внутри дома, а еще не смотрели, что снаружи. Он такой крутой. Он прямо очень крутой. Я сказал 5-6 метров, наверное, тут побольше. Туда, наверное, метров 10. Тут написано «Dog Exercise Area», так что тут... Там занимаются с собаками тренировки, а мост этот железнодорожный. По этому мосту ездит поезд. Макс когда-то просил вывести его на природу. Вот, пожалуйста. Мы... Кстати, мы орем там, а кто-то сидит, он релаксует на лавочке. Там еще одно озеро. Надо посмотреть. Это хочу. Озеро или это речка? Речка. Речка. А Макс ловит кузнечиков. У нас Макс любитель кузнечиков поводить. Но мы... Откормленные сельские кузнечики. А. Макс просил когда-то отвезти его на природу. Вот, пожалуйста, природа. Mm-hmm. Где, в каком селе, там, в Украине или в России, газонокосилкой обходят лавочки, чтобы смотреть на озеро. Тут проехал какая-то газонокосилочка. Все почистила, постригла, и мы можем сидеть, смотреть, наслаждаться. А тут есть какая-то бридж? Вижу. У нас в домике нет интернета. Даже мобильный интернет не ловит, только смски можно пересылать. Здесь, возле дикой какой-то речки, я нашел 4G и даже YouTube грузится. What? Прикинь. Короче, если хотите смотреть YouTube, приходите на берег реки. Мы уже в ресторане, и нам принесли комплимент от шефа. Специальная закуска сегодняшнего дня. Это на крутоне жареный перчик с кусочками бри и с настоящим цветочком живым. Melted бри. Интересное сочетание. Перец с сыром бри. Очень интересно. Yes. А вы знаете, у нас домик резервирован... столик. Резервированный на три хаус. Ну, специально для нас резервация. Да. Интересная закуска. Да? Угу. Катя, нет? Я не сильно фанат сыра. Хорошо, я тебе помогу.
Скажи. Кто-то уже проголодался. Ждите остальную еду. Наша Катя как будто бы на диете заказала себе крошечку там еды совсем. Ты что, худеешь? Это на стартер. У меня такой тунец с яйцом. У Макса жареная селедка с овощами. Макарель. Макарель это селедка. Приятного аппетита. А я традиционную детскую еду. Это должно было быть мэш. Мы заказали Кате пюрешку. А официантка не услышала, принесла чипсы. Да, но я закажу как сайд мэш потом тогда. Деревенская вот эта картошечка очень вкусная. Надо было взять кетчуп. Пришло время основного блюда. Это у меня рыбка соул называется. Она такая плоская. На, лежит на картошечке такой кубиками. С зеленой этой, с, типа спаржей. А у меня порклёй. Свинина на, лежит, которая на бобах. Да, так что всем приятного аппетита. Пахнет изумительно. Катя доедает свою детскую еду. А мы продолжаем. Пахнет бомба-бомба-бомба. С чесночком. Вы посмотрите на этого гурмана. Он ест сыры с плесенью и говорит, что это вкусно. Макс и, реально и у нас гурман. И этими грейпс. Что интересно, in the middle of nowhere. Достаточно приличный ресторан. Вы посмотрите на этот десерт. Это шоколадный фонтан с мороженым. Посмотрите на этот десерт. Это павлова с чем? С ягодами? И там внутри какой-то крем еще вкусный. Я, смотрите, я у Кати какая обязательно большая попробую. Смородина. Тут очень даже круто и вкусно. Если вам понравился наш домик на дереве, а он не может понравиться, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. А мы еще сейчас справимся с десертами и пойдем в домик. И, может быть, если не забудем, покажем, как там ночью подсвечиваются лестнички и ступеньки. Там еще совы. Ну, сову мы вряд ли покажем на камеру, она же ночная птица. На улице уже ночь, видео на завтра загружено. Смотрите. Свежий воздух, птички поют, прохлада, а мы идем отдыхать. А давай тишина. И ты заварила от птички. Тишина. Давайте я вам покажу фокус. Вроде. Готово? 3, 2, 1. Та-дам! Как вам? Смотрите на вот эту красоту. А? Это просто бомбисты. Кто нет? А, да-да-да. Фотка для Инстаграма, это обязательно. Давай. Есть! Ну, короче, если вам понравились наши приключения, наш домик, наше вот это все и наши видео, которые мы в ресторане загружаем для вас, не жалея себя, десерты в стороне, а мы видео грузим, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Пока-пока! А мы идем спать в домик на дереве.